Всем привет, это канал PlayGame, меня зовут Сергей, и мы продолжаем играть The Sims, нечто. Так, самолеты повзрывали, все тут повзрывали, ну идем, идем мы дальше. Где-то там тварь должна быть большая. Так, вот здесь она, да, наверное, ага. Давай, 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 гори, сволочь такая. Да ё-моё! Блять, придурыш себя еще поджег. Так, ну все. Так, не здесь это сортир. Есть, давайте сохраним на всякий случай. А вот сюда. Так, так точно, вот она дыра. Так, и где это мы? Пробраться в арсенал нам теперь необходимо. За темнота. Сука, шустрый какой, а? Так, кто там еще? Что-то жахнуло. Так, это что? Опа. Доступ, так, а это? Доступ только по картам. Чувствую, мы и так сейчас поднимемся. Так, прекрасно просто. Так, ствол, ствол, автомат тебе дам. Окей. Так, пойдем, сильно только не кипишуй, мужик. Иди сюда. Так, взяли пистолет, ну пойдем, док. Ты идешь, нет? Пошли.
Капец, блядь, застрял идиота кусок. Док. Ладно, пусть он там стоит, короче. Так, чё, где док-то? Может, он меня подлечит сейчас? Пойду посмотрю. Так-то было бы нехило. О, пошли. Стой-ка минутку, я тебя подлатаю. Ах ты, бляха. Ну-ка. Так, тут мы спустились. Ну-ка, док, вот они меня еще. Не хочешь? Ладно, пойдем. Это всего лишь царапина. Так, ты теперь стой здесь. Окей. Да, я пойду позырю, что там. Ты еще мало ли грохнут тебя. Док, я к тебе лечи. Постой-ка минутку, я тебя подлатаю. Давай. Так, все, ты стой. Так. Вот так. Так, надо дока чуть-чуть ниже спустить сюда. Пусть тут он теперь стоит. Да это всего лишь царапина. Хорошо. Пойдем. Его прямо-таки вывернуло наизнанку. Вот это отвратительно. Так, все, док, стой здесь. Yes, sir.
Так, а почему эта шляпа не взрывается? Так, все, дока надо ниже. Постой-ка минутку, я тебя подлатаю. Окей. Блять. Да что ты, мать твою? Это что за хрень? Так, все, стой. Хорошо. Здесь. Это что за глюки нахер? Лечи меня. Ну. Ладно, плакса. Отлично, красавчик. Пошли. Топ. Хорошо. Вашу. Так, есть. Нет, нету, блядь. Так, теперь-то есть. Блин, стой, 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 в смысле? Так, док, все, пошли. Сука! Доктора пришил. По случайке доктора пристрелил. Ну это охренеть. Ну ладно, хоть сохранился.
а главное, сохранился. Так. Извиняюсь, конечно, за выражение, но это вообще по-другому не назовешь. Да, блядь, выйди ты через эту дверь. Так, мне просто понять, что здесь. Так, и что я понял? То, что я, блядь, пробежал не понять куда. И остался совсем без аптечек. Так, вот аптеки есть. Я думал, он с тобой. Нет, он пошел на медпункт. Хотел набрать еще антибиотиков. Ты позволил ему пойти туда самому? Чем ты думал? Да успокойся ты, здесь все чисто. Чисто? Ты что, спятил? Эти твари тут повсюду. Так может, пойдешь и сам его поищешь? Нет, я думаю, я с этого места не сдвинусь. Черт тебя подери, Столс! Не стоит со мной ссориться. Да пошел ты! Я не знаю, какую игру ты ведешь. Но сейчас ей пришел конец. Да? Скорее он пришел тебе. Что с тобой такое? Вы чё, мужики? Текущие исследования на маленьких фрагментах инопланетян были успешными. Теперь нам необходим подопытный субъект, чтобы продолжить исследование. И чё, ну допустим. Ну если ты уверен, что так надо... Похоже, здесь все чисто. Ни за что. За что. Я тебе не верю. Так, а что, ты мне не веришь, что ли? Да ни за что. А если я тебе патрон дам? Да пошел ты. Я понял, что надо было делать. Сейчас я погибну. И сделаю все как надо. Я понял, как это все нужно было. Что с тобой такое? Так, это мы все видели. Ни за что. Ни за что. Я тебе не верю. Так, так, так. Yeah.
вытянуть нас отсюда. Окей. Так, то есть теперь ты мне веришь, да? Так, это я отсюда пришел. А куда мне? Хер его знает, здесь что. Ага. А там что? Ничего. Похоже, здесь все чисто. Мне нужен инженер. Давай, чини. Инженера. Мне нужен инженер. Окей. Так, да будет свет, сказал электрик. Да, блядь. Сука. Что с тобой такое? Тяжело. У нас компания. Так, и что ты со мной пойдешь? За что? Я тебе не верю. Да, блядь, тогда поверил, сейчас не верит, сейчас подожди. Стой, а как мне его кольнуть-то? Похоже, здесь все чисто. Да ни за что. Да нахер. Если ты уверен, что так надо. Ой, блядь, нахер ты ж ему колешь? Ни за что. Я тебе не верю. Да мать вашу, я понимаю не так. Почему ты себе не колешь, чтобы доказать, что, блядь, ты не этот, а не тварь? Ой, подожди, подожди, подожди. Твою, блядь, иди нахер. Отсюда теперь бежать по новой, да? Давай, ну и в жопу беги нахер. Что с тобой такое? Ну хоть добежал, здоровье больше. Ни за что. Ни за что. Я тебе не верю. Я тебе не верю. Так, а если просто, блядь, вот так вот кольнуть? Ну если ты уверен, что так надо.
Окей. Пошли, блядь, неужели? Только чувак не погибни. Мне нужен инженер. Хорошо. Проклятие. Теперь надо искать инженера. Сохранение, ёшки-палки. Вот, надо было всё-таки тогда идиоту сначала зайти сюда. Мне нужен инженер. Окей. Сегодня утром я нашел большую дыру в вентиляционной шахте. Похоже, сюда могло заползти какое-то дикое животное. Оно передвинуло тут все вверх дном, но и, похоже, само поранилось. Этот зверь убежал куда-то, либо сдох, либо находится в тяжелом состоянии. Но в любом случае, его останков мы не обнаружили. Я сообщил об этом службе охраны. У этой твари есть друзья, все ребята из службы безопасности мертвы, и я знаю, не знаю, как защитить себя. Если кто-то читает... Понятно. Чё читает, кто читает. Так, здесь в чём. Сегодня все начали работу поздновато. Ночью я слышал какие-то странные шумы. Наверное, ничего страшного в них нет, но не звуки как-то... Но эти звуки как-то крепко засели у меня в сознании. Вся команда очень напряжена, и только Рид находится в нормальном расположении духа даже после вчерашнего. Чё, всё? Да Рид чё там бухнул, наверное, да и всё, ништяк. Так, а здесь чё у нас тоже пишут? Толс не спал всю ночь, интенсивно занимаясь опытами с новыми образцами. Он все время напоминает нам, как же он важен для всей нашей команды. Он утверждает, что около 5 часов утра он услышал какие-то странные звуки. Но система говорит, что Толс был там один. Сегодня произошла небольшая авария. Мне пришлось послать Райана к Кохану, чтобы он все разузнал. Остин уже почти закончил со своим объемом работы на сегодня. Противоядие к вирусу — наша главная гордость на сегодняшний момент. Ничего этого не было бы, если бы не все эти замечательные люди, с которыми я работаю над этим сногсшибательным проектом. Опыты идут все успешнее и успешнее, и сегодня у нашей команды очень хорошее настроение. Столс, как всегда, работает безупречно, а Райан работает с новыми технологиями. Так, ребята... С помощью тех панелей можно управлять дверями технической лаборатории. Подожди, сохраниться хотел. Изнутри, но тебе придется остаться здесь и задействовать переключатель. Так что дай мне немного времени, чтобы я успел добраться туда. Подожди, подожди, подожди. Компания.
Погоди, а что дальше-то? Так, ну открыл я для него дверь. Теперь-то что? Ну давай сохранимся опять. Так, а куда он? Та дырка, ее не было. Точно. Так, все, чувак превратился, да? Херовенько. Так, а что-то пистолета до хера у меня, попробовать с ним походить, муж. Боже мой, помогите мне! Слушай. Я помогу тебе, если ты перестанешь труситься. Что тебе известно? Посмотри на тот терминал. Я ничего не понял. Но может ты разберешься. Че-то я не понял, что сученыш закрыл, что ли? Блейк, сделайте глубокий вдох. Ай, спасибо, блядь. Так-то было и сложно. Так, вот это херово-херово все. Тихо-т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 ихо
Так, а что тут сейвы есть, где нет? И чё, сучёныш подставил и смылся? Ясно, погнал, сохранюсь.
врагов. Отлично, отлично. Да подожди ты, турель хотел выключить и кит колотить, подожди. Мне нужен инженер. Ой-ой-ой-ой. Да. Чувствую, все будет сейчас очень серьезненько и неприятно. Так. Он же, падла, подставил меня, правильно? Так, и чё дальше? Опять какой-то тупик. Так, это вот это мы включили. Так, где это взорвалось? А, вот оно. Кто там рычит? Успокойся. Так, наверное, к этой двери был ключ, да? Так, точненько. Ой-ой-ой-ой, это я, походу, зря промахнулся так. Пум-пум-пум-пум-пум. Промахнулся я зря тогда. Так, заново это с монстра начнется или откуда? Что с тобой такое? Хуя вы, шутники. Че, гоняете, что ли?
Нихуя себе, а чё так это? Ладно, друзья, давайте мы закончим на этом нашу серию. Всем спасибо за просмотр, комментируйте видео, ставьте лайки. И не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока.